Дорогие жители республики, друзья, ну, конечно же, все знаем, как в последнее время нашумевшая эта ситуация с электроцинком. Ну, хочется высказать свое мнение лично, никого абсолютно там не привязываю, в поддержку и так далее. Но говорю лично то, что считаю нужным, что, конечно же, такой завод, первого класса опасности практически в центре города нашего, думаю, что не имеет места быть, так как очень много примеров на то, что на самом деле очень сильно вредит нашему всему населению. Я думаю, что после всех тех проблем и начиная со Второй мировой войны, где большое количество сыновей, отцов, не вернувшись с фронта, и после этого, конечно же, остин нашей нации стало гораздо меньше. И давайте не допустим того, чтобы эта нация вымирала и нас становилось все меньше. Давайте с этой проблемой как-то совместно поборемся и найдем ее решение. И постараемся, чтобы это предприятие на территории нашей республики перестало свое существование.